motherfucker. What's up, ребят? Half-Life Alyx. Мы спасаем Элая Вэнса. Его везут на каком-то поезде. Чтобы добраться до этого поезда кратчайшим путем, нам нужно было пройти в зону карантина. То мы открыли огромную вот такую дверь. И вот она, зона карантина. Ну, а что нас там ждет, мы сейчас с вами будем узнавать. Half-Life Alyx. Отправляемся. Что же тут? Так. Что-то я как-то резко вообще все открываю. Вдруг меня схавают. Надо быть крайне осторожным. Итак, зона карантина. Что у нас здесь? Опа. Эй, Рассел. Какой-то шприц. Бог знает с чем. Надо лекарство? На нем нарисован череп или кости? Не думаю. Тогда, наверное, лекарство. Отлично. Так, поместим его сюда. О, по трусике. То, что нужно. Здесь что у нас? Здесь ни хера нету. Идем дальше. Есть кто-нибудь? Ты слышишь это? Что это? Ох ты, вот блин. Но это нам как раз туда. Нет пути покороче? Но это и есть путь покороче. Отлично. Но тогда придется с ним разобраться. Хотя, в смысле разобраться? Здесь очень все на самом деле логично. Эту тварь мы знаем, она притягивает языком. А он слишком туп, чтобы понять, что здесь ловушка. Да, боже. А, этот барнакл на нашей стороне. Очевидно, это не так. Ходим под ними осторожно. Окей. Так, и не забываем, что здесь есть различные ресурсы, которые нам с вами нужно будет собирать. Например, такие как смола. Что она дает? Пока не знаю, но знаю, что она нужна. Отправляемся дальше. Так, здесь что у нас? Не ломается. О, вот это я знаю надо. Надо поломать. Патроны. Здесь больше нету. Ничего. Опа. 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 Уютненько. Угу. Что если мы дадим ему поесть? Найс. А я могу и эти штуки притягивать, а я не знал. Я думал, что они тяжелые. Думал, что только легкие предметы можно так притянуть. А вот и смола еще одна. О, блин. Да, будь осторожна. Так. Здесь забаррикадирована дверь. Главное не разбудить. Я надеюсь, он меня не видит. Так, а вот этот увидел. Черт. Нет, этот уже мертв. Бедняга. Песню Бузовой слушал. Все отлично. Батарейки. А нам батарейки вообще нужны? Так, ладно. Полечимся. Всегда жалко этого пацана мелкого. Ну, Алекс, кажется, это фабрикатор Альянса. Положи в него что-нибудь, я хочу посмотреть, как он работает. Поняла. Подействует на Рассела? Нет, но пистолет станет лучше, это хорошо. Я дал тебе тот, что посоветовал. Спасибо, Рассел. Ну, знаешь, на случай, если он не вернется назад, скажу так, Рассел. Если умру, буду должна тебе пистолет. Ты и так должна мне пистолет. Это не подарок, это мой пистолет. Давай провернем, значит, это дело. Воу. Ага, это головоломочка. По-моему, вот так. Слушай, это очень здорово. Говоришь, надо вложить пистолет. Коллиматорный прицел можем сделать. Стрельба очередью, отсек для пуль увеличить, лазерный прицел. Давай коллиматорный прицел сделаем. И чё? И что? Вставьте смолу. Воу! О, прикольно. Вау, и вправду получилось. Вау, и вправду коллиматорный прицел. Какой прикольный и объемный. Не знаю, ребятки, видно вам? Посмотрите, какая красота. Вообще прикольно. Блин, это очень круто. Это прям очень. Так, от себя. Главное, от себя. Здесь больше нам ничего не нужно. Мы отправляемся дальше. Черт. Они могут кидаться?
Два патрона мимо, прикинь. Два патрона мимо. Вот это я трачу. Опа. Здесь у нас что? Ага. Эх. Вроде бы никого. Ага. Черт. Хорошо, что они не бегают. Отлично стреляешь, Алекс. Спасибо. Знаешь, хоть ты и назвал этот пистолет слабый, он не так уж и плох. Не, пистолет на самом деле очень классный. На первый взгляд кажется, что он слабенький, вправду. Но здесь очень интересно построены. Противник здесь достаточно силен, но при этом он тебе дает шанс, как бы на выживание. Опа. Надоело просто проходить и все время уклоняться. Так. Да, берись ты. Опа. Вот так. Опа. Идем дальше. Опа-на! Хедкраб, вижу. А что здесь делают хедкрабы? Опа. Так, я знаю, не прыгает на голову. Куда он подевался? Опа-на, вот он, вот он, вот он. Наверное, он тут не один или один, я так и не понял. Ну, вот он, маленький говнюк. Воу, фига ты прыгаешь. Так, тут вроде ничего нету, можно идти дальше. Что-нибудь об отце слышно? Нет, полная тишина с тех пор, как он сел в поезд. Вот черт. Но хорошая новость в том, что он, вероятно, в порядке. Откуда ты знаешь? Потому что его везут пытать на вопросах. А раз везут пытать, значит, вряд ли он будет мертв. Так что он в порядке, рассуждая логически. Ну, как бы логично, да. Мертвого пытать никто не будет. Нету смысла. Ага. Так, с патронами пока все вроде бы как нормально. Но я надеюсь, что нормально патроны еще будут у нас. Так, аптечка. О, смола. Кстати, поиск смолы это на самом деле очень забавно и интересно, потому что мы как бы так исследуем... Воу, исследуем мир. Ну, вот как раз таки и подзаряжусь. О, что это? Эта штука называется... дискеты. Раньше мы хранили на них информацию на магнитной пленке. Если точнее, на 2 микронах магнитного оксида железа, 3 микронах фосфорита, бария, 1 рассола. Откуда ты это все знаешь? Читай прямо с компьютера. Я скачал интернет перед войной. Ты скачал весь интернет? Ну, почти весь. Неплохо. Да, очень даже. Офигеть. Рассел успел перед Великой войной с инопланетянами скачать весь интернет. Ну, в принципе, да. Почему бы и нет? Считай, что библиотеку своровал. Так, баночку я, наверное, с собой возьму. Здесь больше, наверное, ничего нет. Опа. Отлично, как новенький. Можно отправляться дальше в путь. Вау! Что это? Всевидящее око? Это какой-то глаз, да. Рассел, ты это видишь? Ты видишь летающий мусор? Кажется, это просто картон. Ну да, это ж выглядит безобидно, да, но странно. Я, кажется, знаю, что это. Кто у нас создает зеленую энергию? По-моему, это вортиконцы. Уж очень похоже... Да, что это? Уж очень похоже на вортиконцу. Воу! Опять летающий картон. Похоже, тут нарисованы вортиконцы. Погоди, это черная меза? Кто-то потратил на это уйму времени. Да, это черная меза. Офигеть. Офигеть. Так, а как нам попасть сюда? Нам, наверное, сюда. Я чуть реально не залез на потолок.
я люстру сейчас руками схватил и не мог понять, что я схватил. Я не думал, что нифига технологии, что я прям здесь, а чувствую там. Точнее, я там, а чувствую здесь. А это, оказывается, я люстру схватил на потолке. Офигенно. Слушайте, но с другой стороны... Подожди, глаз на что-то показывает. Это ж глаз. Погоди, у меня есть идея. Вон та штука. Здесь идет кабель. И он проходит. И он проходит вон туда. Это трансформатор. Так, а у нас вон там. Да, смотрите. Это должно сработать. Пробуем вот так и вот так. Да, класс. Это сработало. Я бы взял пистолет. Алекс, ты в порядке? Что случилось? Я в порядке, Рассел. Что такое? Я теряю сигнал. Алекс, если ты все еще слышишь меня, иди к этой же направлении и постарайся забраться повыше. Рассел? Опа. Вау. Ничего себе. Офигеть. Это странно. Круто. Это реально круто. Ха, классная штука. Это какой-то грибочек. Знак вартиконцев. Давай посмотрим, что там. Вау. Сама Алекс Венс. Да. Ты получила мое послание? Да, наверное. Прошу, заходи. Ладно. Пожалуйста. Так, что ты здесь делаешь, Вардигон? Ох, нихера себе. Готовлю. Но если не в целом, у меня травма мозга. Ой, мне жаль. Мой мозг травмирован. Это ужасно. Мне... Слушай, мне на самом деле сильно занято. Я ищу моего отца. Самого Илая Венца. Илая Венца, да. Его задержал Альянс, и мне правда надо идти. Альянс? Да. Пока не уходи, я должен тебе кое-что показать. Спасибо, но сюда. Мне нельзя задерживаться, это важно. Я не сомневаюсь, но самой Алекс Венц все равно предстоит пройти сюда. И никуда в другое место. Ладно, жесть. Значит, вардигонцы едят хэдкрабов. Ух ты, сколько он их поймал. И что здесь такое? Воу. Альянс схватил моих сородичей. В плену, как Элая Венса. А, сама Алекс Венса поводит их. Я бы помогла, честное слово. Но сама Алекс Венс, правда, очень занята спасением отца. Тебе не спасти его. Он мертв. Что? Или будет? Уже мертв или будет? Это вопрос в перспективе. Но Алекс Венс в одиночку не изменит его судьбу. Слушай, спасибо тебе, но все, мне пора, надо идти, честно. Прости, но мне правда очень нужно идти, не до твоих загадок. Никаких загадок. Альянс просверлит, я отделен от сверхсущности, один в своей голове. Мне жаль. Слушай, если я встречу твоих людей, я постараюсь что-нибудь сделать. Ты спасла моих сородичей? Я нет. Значит, спасешь. Офигеть. Смелее, Алекс Венс. Вау, круто. Я помогу собой, Алекс Венс. Ищи северную звезду. Зачем? Она укажет путь. Хорошо, спасибо. Закончил? Помогайте. Я нет, держи. Пропитание. Я его съем попозже. Спасибо за помощь. Да не за что. Окей, окей. Все, мы можем идти. Мы можем идти. Так, наклонились. И отправились. Ну что ж, ребятки, я думаю, мы на этом закончим наше прохождение Half-Life Alyx. Что нас ждет впереди, мы узнаем в следующих сериях. С вами был канал LetGame, Let's Play Rack. Увидимся, ребятки. Пока.